солнечный свет, море, наши пальмы сформировали прекрасный пейзаж. Вдоль берега растянулись роскошные гостиницы, романтическое место для отдыха. Мангровый лес Тунтайхон, первая в Китае природная заповедная зона мангровых деревьев. Можно прокатиться на яхте среди мангровых лесов, глубоко вдохнуть свежего воздуха, ощутить атмосферу вулканического кратера, исследовать следы вулканической лавы, плодиться тишиной и спокойствием самых древних пророк, прокатиться на велосипеде по узким тропам, отдаляясь от городской суеты, наслаждаться свежим воздухом и сочной зеленью, прокатиться по тропическому зоопарку. Это одна из особенностей Хайкоу, где роскошное море лесов, более 200 видов редких птиц и животных. В тысячелетней истории Хайкоу сформировал свою уникальную культуру, как известный культурный город, создал ворота на остров Хайнань. 600 зданий с аркадами сформировали уникальный улицу Чилоти, одна из 10 самых известных исторических улиц Китая. Схожая с живописной картиной воссоединяет приезжих китайцев с Южной Кореей, с разным нравом, Турой, самый популярный хайнаньский театр. Воспевать людей с разными характерами, друзей и провинции Хайнань, вы услышите много интересного и увлекательного истории Южно-Китайского моря и шелкового пути. Старый чайный домик среди пальм соблазняет не только изысканными блюдами и закусками, но и своей дружеской атмосферой. За чашкой чая, искусство резьбы на кокосовой скорлупе, свобода движения, вековое мастерство сформировали хайнанское ремесло резьбы кокосовой скорлупе. Оригинальные местные сувениры оставят туристам приятные воспоминания, дадут возможность прикоснуться к истории и понять. Это международный туристический город, самый лучший город, привлекает туристов со всех боков света. Это город, удобный как для путешествия, так и для постоянного проживания. Оживленный деловой центр, роскошные магазины, беспрерывно проходящие выставки торговой марки, урно развивающийся современный город, яркая и шумная улица бара, чего бывает гостей. Мишин Хиллз, Хайкоу, гольф-клуб, место для отдыха, все блюда мира, шопинг, мани источник, чай традиционной китайской медицины. Здесь вы сможете насладиться современной наукой. Знаменитости со всего света собираются здесь, давая возможность насладиться потрясающим зрелищем. Но также вы сможете уединиться в библиотеке, на кафе, расслабляющем спа. Вы сможете еще глубже познакомиться с этим городом. Здесь расположен уникальный отель с термальными источниками, который поможет сбросить физическое и душевное напряжение вашего тела. Вы не захотите прощаться с этим городом. Ты не будешь тебя хорошо.